Мы на месте. Мы приветствуем Кристопса, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду тонкой копии Кристопса с энергией воздействия, перетягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристопса, находит все. У него суккуб, арахноид, инсектоид. И нижний есть кто-то, но я не вижу, как будто веревки от него идут куда-то. В клетке никого нет. Сила моего намерения, я притягиваю эту сущность в клетку. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Это черт. Направляется, печает семи архангелов. Мощнейший удар. Пошел. Но он визжит и бегает, говорит, зачем ты бьешь меня? Я тебя сожгу, паразит, сейчас. Ты должен был проявиться, когда я тебя вытащил. Я не сижу в нем. Где ты находишься, в доме? На холодильнике. Хорошо, вот тебя я и искал. Ты больше вреда сделал, чем демон. Ты к детям подходил, паразит? Я в доме. Удар 50 тысяч герц. Второй раз. К одному уже подходил. К собаке подходил? Да, собака играет. Хорошо, черт. Сегодня я с тобой поиграю, тебе мало не покажется. Считай его герцовку над головой. 5. Еще и 5-герцовый. Хорошо, черт, я тебя уменьшаю в 2 раза. Че ты беспредельничаешь-то? Сам подумай, 5 герцов, как я к нему зайду. Нет у меня в нем. Ниточки привязал и дергаю за них. Возвращаем его первозданный размер. Ты мне за детей сегодня так еще ответишь. Лучше. Ты мне за детей еще ответишь сегодня. И за собаку ответишь. Так, у нас и суккуб, арахноид, инсектоид и черт, правильно? Сейчас, секунду. Посмотри, пожалуйста. Да. Хорошо. Все знают, где они находятся? Да. Переходим сразу к реверсу. И я даю команду. Энергии всех болезней, энергии страха, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Суккуб, как долго ты находился в биополе? 3 года. Арахноид, как долго ты находился в биополе? 7. Наследство есть в доме? Есть. Хорошо. Значит, я буду отпускать назад в дом и после этого вернусь сам туда. Инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? 2 года. В доме присутствуешь? Нет. Черт, как долго ты находился в этом биополе? Да я и не нахожусь. 7 месяцев назад привязал к нему веревочки. В доме ты находишься? Да. Как долго ты на холодильнике сижу? Как долго? 2-3 года. Сколько? Давай посчитаю, подожди. Считай вот. Меньше года. Меньше года, хорошо. Так, ждем окончания реверса. Готово. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Кристоп забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Готово. Черт, выходи, снимая все подключки, все, что установил в биополе, приступая, все свои ниточки отвязывай. Доклады о готовности к проверке. Предупреждая, проверка будет проведена 10 миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, он сгорит просто по каналам. Такое уже было, предупреждаю. У него веревки по стопам запутаны вверх до колен, и от колен он ими дергает. Как это воздействовало на человека, черт? Болели. Хорошо, вытаскивай все. Он его холодильнику тянул. Это ты жрать его тянул, по-русски говоря, по ночам? Когда человек встает и хочет кушать по ночам. Я стучал по ночам. Моя. Черт, давай договоримся так, ты будешь отвечать мне на мои вопросы, а не то, что ты считаешь нужным. Если ты после 2-го раза это не понял... Что такое раздражительный? Да потому что меня раздражает, когда подходит к детям и к животным. Даже демон сказал, что ты перешел границы. Ладно, ладно, все снял. В твоих интересах, мне все равно. Если что-то найдешься, там останется одни рожки. И их не останется. Инсектоид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Инкубатор есть у тебя там? Есть. Вытаскивай все. Отключайся полностью. Отсасывай жидкость. Ничего не забывай. Возвращайся и докладывай мне готовность к проверке.
Готово. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, всю жидкость, все, что у тебя осталось, все иголки вытаскивай. Ничего не забывай, приступай. Плечи у него, шея, позвоночник. Все забрал. Хорошо. Так, Суккуб, ты был ответственен за то, что сексуальная энергия куда-то уходила, утекала. Что значит куда-то? Ну да, не куда-то. Давай, выходи, вытаскивай все свои ленточки, ошейники снимай, все, что ты установил в его биополе, отключайся полностью. Возвращайся и докладывай мне о готовности к проверке. Обращаясь ко всем интерферентам, челюсть, поясница и колено правой ноги. Кто был ответственен за эти боли? Поясница, инсектоид. Челюсть, кто? Арахноид. Арахноид, челюсть. Колени – это черт. Это черт. Черт, я смотрю, ты такой по вредности, ты всех уже опередил. Не остановить ли твой рост? Может, тебе герцовочку понизить чуть-чуть, а? Это и есть мой рост. Суккуб закончил. Все забрали. Переходим к грани синхронизации. Я даю команду. Готово. Включаем внутренний белосвет. Кристапсу. 1, 2, 3. На счет 3 Кристапс начинает выдавливать из себя все негативные и патогенные энергии, оставшиеся на частотах суккуба, арахноида, инсектоида, черта. 1, 2, 3. Пошел свет. Энергия выходит и формируется перед ним шар. У него боль это и вышло. Боль это вышло, да? Да. Отлично, хорошо. Так. Скинем ее. Открывается портал в галактической дроп под этим шаром, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Большой был? Нет. Хорошо, значит, все правильно сделали. Рядую команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер проводит контрольную проверку. Чисто. Отлично. Подхожу к Кристапсу, кладу руки на плечи и помогаю ему, моей энергии, сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт, арахноид, я буду сейчас вас отпускать в дом. Я приду через 20 минут. Вы собираете все, что осталось в доме. Дожидаетесь меня, я провожу проверку. После этого все, кто пройдут проверку, я отпускаю на их частоты. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Кристапса на счет 3, 1, 2, 3 и черт уходит в портал, арахноид уходит в портал и дожидается нас, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инсектоид готов уходить? Готов. Не приходи больше в это тело. Тебе все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. Инсектоид, забирая все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, суккуб. Больше в это тело ты не приходишь. Чем это чревато, ты в курсе. Мы будем проверять это биополе. Если я тебя второй раз замечу в нем, я тебя накажу. Мало не покажется. Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. По частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Кристапс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Привыкаю. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад. И после этого сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Кристапса в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от Кристапса и на счет 3 переносись к его входной двери дома. Дом ты видела. 1, 2, 3. Ты стоишь перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. И я даю команду. А зал кухня в этом месте становилась она. Хорошо. Рептилоид. 2 грея. Репт. 2 грея, да. Арахноид, черт. Демон. Арахноид. Демон. Черт. Джин. 2 воронки. 2 воронки.
Такие какие-то жуки, древесные жуки. С мебелью пришли? Полы, мебель. Да, мы уже встречались с таким. Есть такое, да. Дальше. Все. Хорошо. Арахной, ты все собрал? Все собрал. Готов уходить? Он показывает, у него чердак полностью его был. А гараж чей был? Гараж. Я его сразу увидел там в гараже. И в доме он тоже был. Хорошо, Арахноид, все ты собрал, я. Ты понимаешь, сюда приходить больше не стоит, потому что все здесь будет запечатано и просто сгоришь. Поэтому найди себе новое место обитания. Все понятно? Все понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида 1, 2, 3. И Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт. На ком ты установил свои носочки из детей? Девочка, средняя. И на счет три эта девочка появляется, ее фантом перед нами. 1, 2, 3. Снимай носки. Снял. Включаю внутренний белый свет этому ребенку. 1, 2, 3. И она выдалит весь негатив, который остался на чистоте черта. 1, 2, 3. Все это выходит, формируется в шар. Беспокойные сны. Беспокойные сны, отлично. Страх, темнота. Все выдавливаем, все до последнего, полностью. Готово. Открывается портал под этим шаром. Галактическое ядро уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Черт, ты собрал все свои комочки в этой квартире? Собрал все. Одеялки собрал? Собрал одеялки, комочки, веревочки. А как насчет собаки Лоры? Верни ребенка. И возвращая ребенка в его биоробот. 1, 2, 3. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. На счет 3 появляется собака Лора. 1, 2, 3. Она покрыта полностью в энергии. Черт, ты что, меня решил здесь со мной поиграться? Не было команды. 50 тысяч герц удар. Вот пошла команда. Я тебе сказал все собрать. На счет 3 включая собаки внутренний белый свет. 1, 2, 3. И она выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на чистоте черта. Все выходит, формируется в шар. Демон, ты знаешь, я редко видел такого тупого черта, как вот этот сейчас стоит. Я, честно, удивлен. Молодозелено. Понятно. Хорошо. Не так ли вы говорите? Мы говорим так, да, но мы учимся на ошибках, и где больно, туда мы не суем нос. А если он не понял, что я сказал все убрать, а он это не убрал, то он будет за это отвечать. Вышел шар с тобой. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот шар уходит на переработку. И я даю команду на счет 3. В собаку поступает все необходимые ей энергии до комфортного уровня и поднимает частоту ее вибраций до комфортного уровня. 1, 2, 3. Лора, как ты себя чувствуешь? Больше ничего тебе не мешает? Она говорит, что на улице еще есть. Подцепить можно легко. Я соберу на улице все, не беспокойся. Благодарит она. У тебя есть какие-то пожелания к хозяевам? Что-то хочешь передать? Может, тебе какой-то корм отдельный нужен? Может, ты что-то желаешь? Скажи мне, я передам. Мяч новый хочет. Так, хозяева, вы слышали, новый мяч собаки достаньте. Небольшой показывает, как теннисный. Как теннисный мяч. Вот такой мяч. Достаньте собачки. Это ж надо проводить сеансы, чтобы услышать. Животному нужна игрушка новая. Молодец, Лора. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Лоры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке. Проходит синхронизация, гармонизация наилучшим образом. Пошел процесс. Хорошо. Так, черт. Ты все забрал, здесь забрал, там забрал. Все остальное я сожгу. Если тебя второй раз увижу, ты уже никуда не уйдешь. Открывается портал против часовой стрелки на чистоте черта. 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, рептилоид, давай команду Греем выходить и собирать все, что они оставили в этой квартире, приступая в этом доме.
Остановка в зале здесь, где клетка. Где клетка? Понятно. Все забирайте. В спальне. На потолке, да? Да. Ну, я увидел ее, когда смотрел видео. Прям там и стоит батарея. Долго вы находились в этом доме, Грей, рептилоид? 7 месяцев. Хорошо. Готовы уходить? Готовы. Больше не приходите. Открывается наверху 2 портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте Греев. Грей забирает все, что они с собой принесли, уходит на свою чистоту. Рептилоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, 2 воронки у нас там находятся в клетке. Открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эти воронки уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, жуки древесные. Вы пришли с паркетом, с мебелью, с деревом? Двери. Дерево. Понятно. Они распространялись. С чего пришли, точно не знаю. Дерево. Хорошо, я буду отправлять вас на вашу чистоту. Открывается против часовой стрелки портал на чистоте этих древесных жуков. 1, 2, 3. И они все уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин, у меня к тебе вопрос. Ты мне не расскажешь за контракт 1580 года, который я аннулировал 20 минут назад? Был контракт. Мы с ним вместе зарабатывали. Расскажи. Золото. Где набивали это было? Когда это почками. Было? Почками. 1580-е годы. Где это было? Это он был пиратом, да? Она. Он был в той жизни женщиной, понятно. Она была пиратом и заключила с тобой контракт, да? Или ты с ней? Как это было? Она была пиратом. Сошлись на золоте мы. В какой стране? Зарабатывали вместе, так и контракт получила. Это Турция. Турция, хорошо. Ну, персидские территории. Много золота? Много. Так и утонул этот корабль. Вот как. Не смогли использовать. Угу. Понятно. Но я-то знаю, где он. Ты-то знаешь, ты можешь туда пойти и собрать все золото, не так ли? Уже собрал. Уже собрал? Ну, понятно, ладно. Храняю я его. Понятно. Джин, я тебя прошу больше не приходить ни к этому человеку, ни в его дом. Здесь будет все запечатано. Наша следующая встреча не должна произойти. Если она произойдет, она будет очень печальная. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Демон, ты видишь, какие дела творятся? Хорошо, ты все собрал свое? Да. Хорошо, давай сейчас выходи, показывай мне все порталы, я буду их закрывать. Потом соберу весь негатив. А здесь какое-то окно. Я даже не пойму, что это типа ванна, но это не ванна, а раковина, какая-то за ней окно. Ну, может быть, умывальник? Да, за умывальником окно, там цветок стоит какой-то. Вот это окно, это портал. И под этим окном внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Этот портал уходит на переработку вместе с фантом, и все наночастицы портала, все на переработку, уносится в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Идем дальше. Дальше ванна. Под ванной? Или стена? Нет, стена с окном тоже, которая. И под этим окном и этой стеной открывается внизу портал в галактическое ядро. И этот портал уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем, уходит фантом и наночастицы туда же. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Он говорит, что здесь нет много порталов. Есть один наверху, он космический. Хорошо, покажи мне его, этот космический портал, и я его закрою. Под крышу, я да? Я вижу. Под ним открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает полностью туда этот портал. Все фантомы портала уходят, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше показывает, да. Типа камин или что это в зале здесь. Да. Камин там сам? Портал, да.
сам камин. Хорошо, под камином внизу, открывая портал в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы портала, все уносится на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Идем дальше. Одна из спален, здесь шкаф и зеркало. Шкаф и зеркало. Под ними открывается одна большая воронка в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал вместе с ним фантом портала. Все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. А зеркала там есть? Ну вот это зеркало, оно было порталом. А, вот как. Хорошо. В шкафу, да? Оно дверь получается. Ага. Хорошо, все, его нет. Пошли дальше. Есть еще что-то? Входная дверь. Он говорит проходной двор. А почему так? Объясни мне. Что там такое? Портал открытый из-за этого, проходняк такой? Люди заходят и выходят, или как это? Или не только люди? Ну, в общем, слово идет стройка. Понятно. Под этой дверью, по всему периметру двери открывается внизу воронка в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, а на частицы портала уходит, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Он говорит, со времен стройки он организовал все это. Значит, была какая-то негативная энергия. Давно там. Да, понятно. От строителей осталось, да? Угу. Такое мы уже видели неоднократно. Еще все, что-то порталов нет. Хорошо, возвращаемся все к клетке. Клетка пустая у нас? Да. Открывая под ней портал в галактическое дрон, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя и... Готово. Большой шар? Космически маленький, второй большой. Под космическим, открывая портал в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Хорошо, демон, как я и обещал, забираешь? Конечно. Отправляю демону. Отлично. Хорошо. Я прошу тебя больше не приходить в этот дом, мы все будем здесь запечатывать. Мы договорились? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, поживился. Согласен. Потому что коммуницировал нормально, поэтому и поживился. Готов. Копировать надо. Отлично. Хорошо, все. И я даю команду. Готово. Готово. Отлично. Мы здесь закончили, Вера? Да. Переносимся на счет 3 на земельный участок. 1, 2, 3. Ты на земельном участке. Да, я здесь. Я даю команду. Клетка восстановилась. Хорошо. Кто у нас? Здесь бес, птицы какие-то, червяки, три воронки. Птицы, черви, три воронки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. На чистоте птиц против часовой стрелки открывается портал, светлый портал, и они уходят на свою чистоту. Есть. Закрывая, печатая, растворяя. Против часовой стрелки внизу открывая портал внизу. На чистоте червей 1, 2, 3. Черви уходят на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Так, без. У меня здесь жалоба поступила, что здесь пораставлял все свои вещи. Сеточки. Сеточки, да. Считай его герцовкой, Вера. Семерка. Седьмой. Хорошо, давай, бес, выходи. Собирай все, что ты оставил на этом земельном участке. Все свои сеточки. Побежал. Готово. Хорошо, все собрал. Так, бес, давай теперь покажи мне, где находятся порталы в этом, на этом земельном участке. Мы их закроем, после этого я соберу тебе в дорогу весь негатив, находящийся на этом земельном участке. Вариант устраивает? Устраивает. Два портала. Яма. И яма. В самом, как он говорит, далеке забора. Давай с ямы начнем. Подходим к яме. По всему периметру ямы открываю портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал туда уходит, засасывается фантом портала, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. И пошли к этому забору. Да. Видишь его? Да.
Под забором внизу открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, все закрыли? Да. Хорошо, клетка пустая? Пустая. Открывается под ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Я даю команду на счет 3. Готово. Большой? Большой. Забираешь бес? Да, да. Отправляю бесу. Думал, бить будешь. Не буду я тебя бить, потому что ты коммуницируешь, и тебя бить не за что. Я бил сегодня... Меня энергиями заправил. Ну, я тебя заправил энергиями, потому что ты коммуницировал. Почему мне ее... Я мог бы ее уничтожить, мог бы тебе отдать. Почему мне ее не отдать тебе? Ты имеешь право быть, если ты есть. Хорошо. Ты готов уходить на свою чистоту? Да. Хорошо, больше я прошу не приходить на этот земельный участок, мы все будем здесь запечатывать. Готов уходить? Готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Ставь огненную пентаграмму. Хорошо, на счет 3. Готово. Хорошо, Вера, мы ничего не забыли? Нет. Отлично. Переносимся к входной двери 1, 2, 3. И отключайся от дома. И поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я здесь.